Версия ИТФ тэквондо считается не олимпийской, но кто запрещает ей претендовать на то, чтобы стать неотъемлемой дисциплиной игр будущего? Так рассудили организаторы первенства Тюменской области и ввели в привычную программу соревнований еще один вид. Это пилотный вариант, мы ввели в Digital Taekwondo в 14-15, 11-13 лет. Ребята играют сначала на приставке один раунд, кто из них побеждает, получает балл. Потом они приходят в практику, спаррингуются. Если побеждает другой оппонент, то золотой раунд до первого касания, то, что мы видим сейчас в противостоянии в 14-15 лет. И все же определяющим фактором соревнований была встреча соперников на татами. Там и эмоции другие, и результат гораздо важнее. Соперник дрался хорошо. Он мне иногда зарядил по лицу, но я терпел. В общекомандном зачете и в чемпионате в первенстве победила сборная областного центра. За ней финишировала команда Тюменского района. Бронзу взяла ялуторовская делегация.